Так, пришел еще один небольшой пакетик из Китая. Начинаем потрошить. Мешается тут киса, которая так все темное делает темным. Так, пакетик пустой. Вот такая штука. Это у нас небольшой USB светильник. Так, попробуем. Ну, как видим, работает, горит. Стоит буквально копейки. Для чего может пригодиться? Ну, например, воткнули в ноутбук и пускай светит на клавиатуру, а сами сидите в полной темноте. У меня, в принципе, будет почти да, для того же самого, только что вместо клавиатуры будет, вернее, клавиатуру-то он и будет подсвечивать, только не от ноутбука, а от ПК. Ссылка в описании, лайкаем, комментируем и все остальное прочее. Ну вот, собственно, и все. Всем пока. И ждем следующих анбоксингов.